Будет ли когда-нибудь мир в мире? Когда-нибудь будет. Но когда-нибудь. Или это путем осознания людей, что другого пути нет, и подъема над своим эгоизмом всеми. Или это через огромные-огромные страдания. Когда останется маленькое количество людей на Земле, и они поймут, что у них другого выхода нет, что они должны заново начинать свое развитие в совершенно иной плоскости, в полной взаимопомощи, взаимоотдаче, взаимосвязи.